Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1473. События дня. Евангелие от Матфея 22:29, как эпиграф. Иисус сказал ему в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 24 декабря 2019 года. И наше обращение о помощи. Игорю комбайн хочется купить. Вот они их указаны. Ну и вот тут служба духовной безопасности. Так называют себя. Прочитайте, о чем. Задерживайте, насколько возможно, курсором. Это я все время выставляю переписку нашего содружества, чата исследования Библии.
Ну, вот это то, что за день накопилось. Утром вчера Андрей уехал домой, Головач, который был у меня. 4 дня ночевал. И, видимо, 4 ночи. Все забрал и уехал. Говорит, что-то отец, я не понял еще. Ну, в общем, так. Уехал домой, а сегодня... То есть решил, что будет причаствовать теперь. Участвовать будет и на занятиях, и на молитве. Ну, похоже, что-то изменилось в человеке. Ну, а дальше я своими делами тут занимаюсь. Четко, ясно. Все на этом.